Нурсултан Назарбаев подарил президенту США картину под названием «Взрыв». Автором полотна является карагандинский художник, почетный посол проекта «Атом». Наша съемочная группа встретилась с создателем картины. На создание картины Карибека Куюкова вдохновили рассказы отца. На территории Симпалатинского полигона часто солдаты прикрывали лицо руками, боясь ослепнуть от вспышки. Эту идею карагандинский художник воплотил акрилом на холсте. Это акриловая работа, она акрилом быстро сохнет, поэтому дня три всего. Там были еще другие на ядерную тему тоже работы, но они выбрали именно эту, потому что она более ярко показывает, наверное. Вот, и потом они сказали, что вот наш президент едет на саммит и хотел бы подарить вот эту картину президенту Барак Обаме. Как рассказывает Карибек, скорее всего, его произведение будет висеть в музее Барака Обамы. Что же касается самого художника, то ему очень приятно, что его работа стала символичным подарком нашего президента лидеру Америки. Это будет, наверное, постоянное напоминание о том, что, в первую очередь, Казахстан – это одна из первых стран, которая отказалась от ядерного оружия. Вот. И вот та работа, которая проводилась на саммите в Вашингтоне, там всем было видно, что наш президент – это в данный момент это лидер, это человек, который призывает все страны последовать нашему примеру. Карибек Куюков является почетным послом проекта «Атом» и своими работами пытается привлечь внимание мира к проблеме ядерного оружия. Айгерим Бухтаева, Армен Биктубаев, Равиль Валеев, 5 канал.